Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители канала Наталья Рябчикова. Продолжаем худеть на кето-диете. Готовим кето-завтрак. Обжариваем куриное филе с лучком. Обязательно поджариваем. Поджарили. Добавляем яйцо. Солим и добавляем тертый сыр. Ну вот, вкусный кето-завтрак готов. А как вы завтракаете? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До новых встреч! Пока-пока!